час дня на Дону. ФМ на Дону. 107 в Ростове. 103,3 в Сальске. 101,7 в Цвине. 101,5 в Красном Сулине. 106,3 в Волгодонске. 103,9 в Орловском районе. 103 в Тацинской. 105,2 в Матвеево-Курганском районе. 95 в Каменске-Шахтинском. 100,2 в Боковском районе. 107,9 в Морозовске. 103,1 в Семикаракорске. 105,6 в Песчинокопском. 103,9 в Гукове. ФМ на Дону. Большой информационный час. У микрофона Инна Панфилова, за звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова. Здравствуйте, проанонсирую коротко этот час. Итак, через несколько минут поговорим о таком небезопасном сезоне. Это время, когда просыпаются клещи. Пребывание на природе, не только на природе, может быть даже небезопасным, потому что клещи переносят очень опасные заболевания. Подробнее о том, как себя защитить от укуса насекомого и что делать, если все же клещ укусил, мы поговорим с сотрудником Роспотребнадзора. В 13.15 вы услышите интервью Натальи Тарасовой о тотальном диктанте, который уже завтра смогут написать в том числе и жители Ростовской области. Ну а в 13.30 интервью о том, каким чрезвычайным ситуациям готовятся донские спасатели и как они готовы на них реагировать. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 200-25-19. Звоните или пишите на WhatsApp номер 8-938-165-107. Но я представляю нашу гостью. Это главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ольга Гончарова. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Добрый день. Ольга Васильевна, долгожданная весна, однако вместе с приходом теплых солнечных дней, за исключением сегодняшнего, проснулись и клещи. Уже есть немало случаев, правильно? А какая ситуация на сегодняшний день в Ростовской области? На сегодняшний день, именно вот на 12.04, мы можем сказать, что в области уже зарегистрировано 238 случаев обращения лиц по поводу укуса клещами. Причем из них 99, это почти до 100 человек, это дети в возрасте до 14 лет. То есть это о чем нам говорит? О том, что клещи проснулись, клещи активны, они ищут добычу, нападают на человека, и вот мы видим, что цифры, ну, значительные, да, 238, 99, это говорит о том, что настороженность населения у нас возрастает из года в год. Ну, и кроме того, конечно, такое большое число укушенных свидетельствует о том, что в этом году зимний период 18-19 года был очень благоприятный. Были теплые погодные условия, клещи сохраняли свою активность, большая их часть сохранила жизнеспособность, никуда они у нас не делись. У нас первый случай регистрации по поводу укуса клещом произошел еще 19.01, то есть в январе месяце уже вот в Батайске был зарегистрирован случай укуса. Поэтому, конечно, ситуация у нас остается напряженная. Прогноз по заболеваемости клещевыми инфекциями у нас остается неблагоприятный. И, конечно же, надо всем помнить, когда мы выходим отдыхать, места массового отдыха на природу, а сейчас как раз такая теплая весна, и необходимо соблюдать все меры безопасности. О них мы тоже чуть-чуть подробнее поговорим. А если коротко проанализировать вот эти случаи, как происходил вот этот контакт с насекомым, это люди отдыхали на природе, гуляли, или же это населенные пункты, где, в принципе, это самые рядышком? Различные случаи. При выходе, да, на природу. Кроме того, на приусадебных участках очень много. Сейчас начали посещать перед праздником Пасхи, кладбища стали посещать, значит, там укусы клещами. В связи с этим управлением организуется комплекс мероприятий, которые направлены на снижение численности клещей для того, чтобы обезопасить население. В адрес подведомственных организаций, это федерального бюджетного учреждения,
по всем территориям области выданы были поручения на проведение энтомологического обследования, выявление участков повышенного риска, где выявлены клещи, численность которых превышает порог эпидопасности, и на этих территориях начали проводить противоклещевые обработки. В наш адрес приходит экспертное заключение, где указывают, вот на территории, в частности, кладбищ, были выявлены клещи, это и в городе в Зернограде, в Азове, в Азовском районе. В адрес администрации направлены управлением письма о немедленном проведении противоклещевых обработок. Хочу отметить, что за проведение противоклещевых, или как их еще называют, акарицидные обработки, отвечают за эти все мероприятия административные территории. Или если выявляются на территории хозяйствующего субъекта их территория, значит, отвечает юридическое лицо. Но мало того, провести противоклещевую обработку, надо знать, что она действительно проведена качественно. Поэтому управлением организован и контроль эффективности проводимых мероприятий. Он проводится в соответствии с требованием санитарного законодательства на 3-5 день и дальше смотрится на протяжении всего срока действия препарата. Как правило, противоклещевые все препараты, инсектоакарицидные, у них срок действия препарата от месяца до полутора месяца. Поэтому нужно повторно. Необходимо повторить, особенно если это касается территории летних оздоровительных учреждений, мест массового отдыха населения, куда максимально выходит население и может произойти контакт с клещами. Угу. Ну и ответственность тоже несут, да? Ответственность за организацию и проведение этих мероприятий возложена на руководителей, а если в административных территориях, на глав административных территорий. Организации дезинфекционного профиля, которые проводят, тоже отвечают за качество своих мероприятий. Письма разослали. В течение какого времени должны отреагировать и до которого, какие есть сроки, когда должны провести? Сейчас в адрес хозяйствующих субъектов уже более 500 писем разосланы специалистами Роспотребнадзора. И ответ мы ждем до 29.04. То есть уже начали приходить письма, в которых указывается, что да, действительно, мероприятия проведены, приступили к контролю эффективности. Значит, мы оцениваем, в каких объемах проводятся эти мероприятия, какая организация дезинфекционного профиля проводит мероприятия. Хочу обратить внимание, что по данным мониторинга в прошлом году все эти мероприятия на территории Ростовской области проводила городская дезинфекционная станция, проводят филиалы Центра гигиены и эпидемиологии и более 50 организаций. Это организации дезинфекционного профиля частные. А парки, наши городские скверы тоже должны быть обработаны, да? Парки, скверы обязательно обрабатываются. Ну, в частности, если по Ростову говорить, то в адрес главы администрации были направлены тоже информационные письма. И особо были обращены внимание на проведение мероприятий именно в парках. Если парки у нас бывают и частные, да, то в адрес хозяйствующих субъектов направлены тоже письма. На территории больницы, на территории других организаций то же самое, проводятся мероприятия, и ответственной уже является или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, которое ответственно за ту или иную территорию. Вот такое сообщение зачитаю от родителей, ребенок которых был укушен клещом, это было в Батайске неделю назад. Пишет мама, что делать родителям после того, как с ребенком был снят клещ. Клеща отправили на анализ, но результаты получить негде. Сказали, в случае чего с вами свяжутся. Ребенку дали направление к врачу-инфекционисту. Но такого врача в детских больницах Батайска просто нет. А взрослый врач ребенка 6 лет не принимает. Что же делать, да, если контакт с клещом произошел, да, какая мера вообще, в принципе, существует? Правильно, значит, обратились, если надо, необходимо обратиться в травмпункт, да, по месту жительства, это центральная городская больница города Батайска, там выписывают направление, значит, в случае,
если нет инфекциониста, поскольку 6 лет, конечно, надо обращаться к педиатру. У нас территория Батайска является эндемичной по ряду клещевых инфекций. Это и крымская геморрагическая лихорадка, и эксудовый клещевой боррелиоз. Педиатр осмотрит ребенка, возьмет на стационарный учет и в течение 2 недель будет вести за ним наблюдение. Будет двукратно мерить температуру и смотреть. Значит, в случае, если какие-то будут отклонения у ребенка, значит, уже педиатр будет решать вопрос о тех или иных лабораторных исследованиях. Кровь будет направлена ребенка на исследования именно на те клещевые инфекции, которые регистрируются у нас на территории области. Угу. И всегда, в любом случае, был контакт с клещом или нет, или просто его нашли и успели снять с тела, всегда нужно его сдать на анализ, правильно? Значит, нет, это в том случае, если произошел укус клещом. Значит, если укус клещом не произошел, а где-то с одежды сняли, да, то смысл его исследовать, я думаю, что нет, потому что довольно большое количество у нас обратившихся по поводу укуса клещами, если привести статистику, в прошлом году на конец сезона более 7 тысяч человек, из них 2500 это были дети до 14 лет. В настоящее время управлением организованы мероприятия по исследованию клещей, по определению видового состава. Значит, если произошел укус клещом, его можно принести энтомологам, которые находятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, это 7-я линия, дом 67. На сайте Роспотребнадзора эта информация еженедельно у нас выставляется. Значит, там специалистами будет определена видовая принадлежность, и в случае необходимости, в зависимости от того, где этого клеща обнаружено, где произошел укус клещам, будет врачами даны рекомендации на исследования на те или иные инфекции, которые могут переносить данные клещи. Основная опасность клещей в какая? И сколько случаев в прошлом году было крымской геморрагической лихорадки? Основная опасность у нас в Ростовской области располагаются активные очаги таких клещевых инфекций, как крымская геморрагическая лихорадка и эксудовый клещевой боррелиоз. Конечно, наиболее опасная это крымская геморрагическая лихорадка. В прошлом году было зарегистрировано 27 случаев заболевания. Сразу хочу отметить, что это на 40%, вы видите, да, значительно, почти половина меньше, чем в предыдущем году. Но, тем не менее, ситуация все равно остается сложная, потому что ежегодно, и в том числе в прошлом году, при исследовании клещей, вирус этот конго-крымской геморрагической лихорадки, которая вызывает заболевания, он все равно в клещах регистрируется. У нас из 55 административных территорий 43 являются эндемичные по данной инфекции. Видите, практически... Это не всегда летальный исход вот в этих случаях? Нет, в прошлом году у нас летальные исходы не регистрировались. То есть здесь самое главное, как только человек почувствовал недомогание, если знал, что был укус с клещом, значит, необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту жительства, где будет своевременно оказана помощь. Медицинская помощь, да? Медицинская помощь, да. Я напоминаю, что это программа «Большой информационный час». Мы говорим о клещах. И, наверное, такой очень важный вопрос, как же уберечься, да, и какие меры, основные простые меры профилактики существуют? Прежде всего, надо знать, что при выходе на территорию, где возможно обитание клещей, надо соблюдать самые простые правила. Прежде всего, не надо садиться, ложиться на траву и производить взаимо- и самоосмотры каждые 15-20 минут для того, чтобы своевременно заметить клеща. Потому что клещ сразу он не прицепится. Поэтому чем раньше его обнаружим и снимем себя, значит, тем мы себя обезопасим. Что делать, если все-таки
клещ укусил, да, зафиксировали укус клеща. В максимально короткие сроки необходимо обратиться в травмпункт по месту жительства, где будет оказана специалистами квалифицированная помощь. Я благодарю вас за полезную беседу. Напоминаю, что о ситуации в Ростовской области, правилах безопасности на природе, что делать, если укусил клещ, мы говорили с главным специалистом, экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ольгой Гончаровой. У микрофона была Инна Панфилова. Всего вам доброго. Большой информационный час.